Всем привет, песня Цоя «Алюминия в огурцы». Как вариант сыграть ее на четырех аккордах: С, до мажор, АМ, ля мажор, ля минор, Ф, Фа мажор и G, соль мажор. Играются и куплет, и припев на этих аккордах по кругу. Вступление. Играем так, что зажимаем вторую на третьем, вторую на первом, вторую открытую, третью на втором, третью открытую, четвертую на третьем, четвертую на втором, четвертую открытую и пятую на третьем. И заставим аккорд С. Все, и бой песни можно играть обычным, но для красоты можно дергать бас, допустим, на аккорде С это пятая, на аккорде АМ пятая, на аккорде F и G шестые. Можно дергать постоянно одну бас пятую. А можно делать попеременные на аккорде С 5-я, 6-я, на аккорде АМ 5-я, 6-я. Вот дергаем, глушим вверх, дергаем, глушим и по кругу. Можно не глушить, а играть как бы звонко. Тоже так же дергаем бас, и ногтями я делаю, получается, указательным. Можно делать ногтем среднего пальца, можно сразу двумя. Так будет как бы звонче и громче, и интереснее звучать. Но, в принципе, вся песня. Всем пока.